Всем привет, с вами SafeProи сегодня покажем, как сделать телепорт в Майнкрафте Pocket Edition. Давайте я вам покажу, как работает данный механизм. Для этого нам всего лишь понадобится встать в дверь и выйти из Майнкрафта. Точнее, из мира и зайти обратно. И мы уже появимся в такой башне, которую я сделал сам. Также вы можете сделать ее тоже сами. Ну, давайте теперь мы... Вот так, сразу говорю, выглядит, вот это будет так выглядеть. Ну, теперь мы давайте приступим к данному телепорту. Для него нам понадобится самая главная вещь в этом механизме, это дверь. Ставим дверь, куда хотите, и ставим, допустим, кирпич. Это может быть любой другой блок, у меня будет кирпич. Также мы можем делать любой высоты. Можно делать до самого неба, мы там все равно заспавнимся. Вот давайте я вам покажу, я сделаю выше своей башни. Вот здесь я сделал, типа, как бы, что, ну, просто так, вот так сделаю. Вы увидите, что данный телепорт все работает. Так, теперь мы идем, а нет, давайте я тут тоже закрою. Просто так. Ну, можно делать и длинный тоннель с секретным телепортом. Наверное, на сервере тоже будет работать, я не проверял. Может быть и нет. Так, встаем в дверь и выходим из мира. После этого мы заходим в него и уже появляемся в том месте, где мы хотели. Все, как видите, данный механизм работает. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.